Друзья, всем привет! Сегодня буду делать кабачки. Фаршированные кольца из кабачков. Фарш взяла, значит, свинина, говядина. Сюда потерла две морковочки таких средних и немножко укропчик порезала. Посолить, поперчить, добавить какую-то приправку мясную и все хорошо перемешать. Еще понадобится, значит, сыр твердый. Я взяла вот такой вот российский. Вот. Ну и, естественно, сами кабачки. Кабачки нарезаем на кольца. Вот таким образом. Шириной примерно где-то, ну, 1,5 сантиметра. Вот так. Так, если кабачки молоденькие, нам сердцевинка в любом случае не нужна. Ее просто-напросто вот так вот вырезаем. Вырезаем и все вот эти колечки складываем в какую-то емкость. Нужно их будет хорошо посолить, чтобы вышла лишняя жидкость. Иначе при запекании... В общем, вот такие колечки получаются. При запекании нам лишняя жидкость не нужна. И нам нужно ее солью выгнать из кабачков. В общем, вот так вот все вырезаем. Вот так. Вот такие колечки получаются. Теперь мы их солим. Вот так. И встряхиваем. Пока занимаемся фаршем и натиранием сыра, они у нас постоят немножко и дадут сок, который мы потом сольем. Он нам не нужен. Фарш я перемешала. И теперь нужно натереть сыр. На крупной терке натираем. Кабачки постояли. Смотрите, сколько жидкости там образовалось. Вот. Ее можно слить или же просто берем эти колечки и выкладываем на противень. Смазывать противень я не буду, потому что будет, я так думаю, будет много сока из кабачков. И прилипнуть уж они никак не прилипнут. В общем, поплотнее укладываем. Вот так. А теперь берем и начиняем все колечки. Фарш можно сделать с горкой немножко, вот так вот чуть-чуть, потому что он при запекании съежится, его будет поменьше, вот таким бугорочком. А теперь посыпаю сыром. Делаем вот такую шапочку на мясо. И отправим в духовку на 200 градусов примерно минут на 40. Сколько постоят они у меня, я озвучу. Ну вот и все, друзья. Смотрите, какие они стали. Значит, что по времени сразу вам озвучиваю. Постояли они у меня так, 45 минут. Значит, 30 минут они постояли у меня на 200 градусах. Сырочек хорошо так подплавился, но не румянился. Я их подняла повыше и включила на полную, чтобы вот этот вот красивый сырочек стал румяный. И 15 минут они у меня стояли на максимальной температуре. Вот. Кабачки, смотрите, очень нежненькие. Но я думаю, что резать-то или разрезать, показать все-таки вам. Так, ну что, маленький вот так возьму и разрежу. Очень они мягкие. Так, вот так. Вот так все получается внутри. Сырочек, мясо все пропеклось, все отлично. Кабачки очень мягкие. На противне немножко сок, но это и должно было быть. И из мяса, и из кабачков дополнительно немножко вытек. Но это не критично, это не страшно. Это даже хорошо дало кабачкам как бы провариться, протушиться лучше. В общем, все отлично. Очень такие красивые, ароматные,
и делать легко и просто. Опять же, мой девиз.